Открутили колпачок. Нажали в кирзах и сапогах. Потребуется кувалда, подвертка. На тот ремонт уходил. Четко. Тогда будет процесс быстрый. Уже 3 минуты вырос. Начинается если маленькую кирпичу. По кругу все начал садиться колесо. Ты что-то видео не пишешь? Пишу. Протер, потом сдобрить надо мыльным раствором. Можно еще соли подбавить рыбной. Соли ты себе на одно место насыпешь, блин. Вот так вот. Сдобрил. Потом пошел на склад. Пришел на склад, выписал баллон. Бежишь на склад. Баллоны заграничные приехали издалека. Правое колесо, значит правое. Вправляется в обратном порядке. Сначала вставляется лицевая сторона, чтобы потом попало. Так. Теперь опять маленькая монтировка. Раз. Держать мы. Все, Маша. Что-то не так?
Мы его собрали на правую сторону. Ничего. То есть колесо в другую просто сторону, да? А то есть то колесо поменять в основном. Право налево. Ну, разница. Это с добрым стабильно-мольным раствором. Чтобы ни один кислородный муха. Шайтан не залез. Оттуда не выбежал. Потом берем компрессор марки холодильник. И пошел. Вот такой дырчок должен быть у всех квадроциклистов. Ну, без всяких взрывов все идет. Понтов. Вот воздух раз, ну, поджали. И все видим, где травит, где не травит. Нигде не травит, все убивает. Чуть-чуть здесь. Вот придержали. Везде садится. Все, пошло дело. Сейчас накачать, он взорвется, а потом сбросить до 0,5. Почти села. Сейчас стрельну. В принципе, за 8 минут ложились в данный момент. Перепутали. Либо право. Стоп-камера. Ну что ж, мы проверили. Да. Ну что, золотник закрутили? Ну, да. Один золотник. Золотник вот он. Вот. Я там не помню, там что-то передний меньше закачается, задний побольше. 0,5 везде сделали. Ничего. Чёрт, ну, так вроде тоже жёсткий. Ну, блин, большой. Ну, получается, воздух в два раза больше. В принципе, все.
лошадь. Вот так вот делаются колеса в гаражных условиях. Угу. Без всяких испорченных дисков. Следующий кадр будет как ладить, тренироваться колеса. Я буду.